Assalamu alaikum everyone, Simi DZ Reaction back with other reaction with Diana and Kituno. Smash a button, subscribe, I hurt my hand, oh my god. Smash button, subscribe, turn notification on, give me love, that's all I need. And this means a lot to me. Yes, to be in YouTube, make reaction, anything, suggestion, request, next, what you want to me, your next react, I will do it. Because I do reaction video, yes, right? So my name is Samir, I'm from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia, and Google it, we know it. And my Twitter, my Instagram, it is here, follow me free, give me love, that's all. Coming with Diana and Kidunova, I will traduction this, it is means this ceiling is icy. Good morning, kid. I have no idea about this video. She will sing or she will do something else for Kate. Good morning, Kate. Like something like that. I have no idea. So let's start and let's check it together. 3, 2, 1. It's coming right now. Утро, это очень круто. Доброе утро, девочки и мальчики. Ну что, готовы вместе с нами зарядиться праздничным новогодним настроением? Тогда не переключайтесь. Мы обещаем, сегодня в нашей студии будет интересно. У нас в гостях певица Диана Анкудинова. Доброе утро. Доброе утро, Марина. Привет, Хрюша. Здравствуйте, девочки и мальчики. Рады видеть тебя в гостях. Скажите, пожалуйста, а вы уже готовитесь к Новому году? Конечно, мы начинаем уже подготовку. Я уже начинаю украшать свою комнату, всю квартиру. И, конечно, у нас есть семейная традиция, что... Звезду на вершине елки ставит самый маленький член семьи. А о ком это ты говоришь? Кто у вас самый маленький член семьи? Самый маленький член семьи – это мой маленький племянник, братик Ильда. А у тебя есть какое-нибудь любимое блюдо, без которого ты не представляешь себе новогодний стол? Мне кажется, все люди, которые празднуют Новый год, не могут обойтись на столе без оливье. Это да, я точно. И я. Ой. А я, если честно, я люблю каждый раз пробовать разные блюда и сочинять собственные рецепты. Ты же знаешь, какой я гурман? Да, я знаю. Я как раз-таки готовила по вашему рецепту Cooking. Из кулинарной рубрики «Хрюшеф». Знаете, мне кажется, что уже нужно от кулинарных тем перейти к игре. Редуэль Кокхен. Согласен. Просто когда речь заходит о еде, я забываю обо всем. Итак, мы подготовили для тебя новогоднюю викторину. Почему же вы меня не предупредили? Я даже не подготовилась. Настройся. Хорошо? Не волнуйтесь, все будет замечательно. Дианочка, подойдите, пожалуйста, ко мне поближе. И внимание на экран. Итак, первый вопрос. Это нужно Деду Морозу, чтобы творить новогодние чудеса. Валенки, шапка или посох? Мне кажется, что это посох. Итак, смотрим правильный ответ. Ну, конечно же, это пост. Следующий вопрос. Какой вид движения лошади использовал волк в детской песенке про елочку? Рысь, шаг или галоп? Я помню, в песне были такие строчки. Порою волк сердитый, волк рысою пробегал. И правильный ответ? Рысь. Смотрим. Ну, конечно же, рысь. Итак, следующий вопрос. Самый известный новогодний фрукт. Конечно же, сладкий новогодний оранжевый мандарин. Правильно. А теперь вопрос посложнее. Кто исполнял колыбельную песенку для елочки? Юга, Мороз или Метель? Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Правильно. Метель, все верно. Ты легко справилась с нашими заданиями. Да, это было очень интересно. А теперь от меня новогодний сюрприз. Ой, я обожаю сюрприз. Что же это такое будет? Скоро все увидишь. Everything we see a surprise. Улица на пушке, жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты. Ковала ледяные донаты, реками мосты. Эй! Потолок ли
move so fast. Ходила на коту, давала серебром, зажала тонкий месяц, хрустальное ведро, деревьям шубы шила, дарила садный путь, а после в лес спешила, чтобы в пушке отдохнуть. Ой. Воу-воу-воу-воу-воу. Порог синий-синий. Как шагнешь из-за порог всюду синий. Ай, зоген порог синий-синий. Ну вот и сразу новогоднее настроение появилось. Правда, ребята? Верно. Хочется Новый год прямо здесь и сейчас. Подарки. Много подарков для нашей гости. Хрюш, ну конечно же мы не отпустим Диану без них. В эти предпраздничные дни мы проводим беспроигрышную лотерею. Диана, вращай барабан и выбирай шарик с номером. Итак, номер 6. 6. Ой, как я напитку рад. Будто теплый шоколад. Пью и пью, а все мне мало. Дайте мне еще. Какао. Молодец. Так, рядом с тобой стоит волшебная корзиночка с носочками. Выбирайте там носочек под номером 6. Так. Нашли? Вот он, да. Так, а теперь посмотрите, что там есть. Да, я угадала. Это какао. Мой любимый утренний аромат. Диана, это тебе от нас с Мариной подарки. Огромное вам спасибо. На здоровье. Приходи к нам еще. Конечно, приду с удовольствием. Мне у вас очень понравилось. Ну, а вы, ребята, не переключайтесь. Впереди еще больше новогоднего и интересного. Смотрите, карусель. Добрым утром, девочки и мальчики. С наступающим Новым годом. Воу. This was like cooking, stuff like this, talking about cooking, and then she sing, woo! Oh my god! I love that! If you love that, if you love my face, smash the button, subscribe, because I do the reaction about Diana, Anki, Dinova a lot. You can't believe how much I am big fan from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia, as you are. Smash it, and more reaction coming, and... Thank you for watching. Peace, love, and see ya in next video, inshallah.